с чего начинается книга Кузари. Да? Как бы в самом начале книги задан вектор всей книги. Да? С чего начинается книга, что хазарский царь ему приснился сон, поэтому он вызывает всех представителей религии и философа. Да? Что ему приснилось во сне? Каванатха рицуя, умасеха и нам рицуим. Да? Что у тебя благие намерения, но действия твои нежеланные, неправильные. То есть получается, что встает вопрос, как такое вообще может быть? Правильные действия, что это такое? Да? Есть такое понятие «правильные действия». И давайте дадим этому подходу такое определение. Да, это такой это механицизм такой, да, то есть он смотрит на Тору, на мицвот, на заповеди Торы, как на рычаги, как на кнопки, которые каким-то образом приводят к результату. Да. Это не зависит от твоих намерений, от твоего как бы личного развития, получается, да. А это просто такие действия, которые или мы понимаем, как это должно работать, или не понимаем. Так Барух Хашем, что у нас есть откровение, он много об этом говорит. И, да, у нас есть, мы получили правильную, точную информацию, достоверную, которая нам дает возможность создать как бы в такой... В лаборатории, да, в лаборатории все, что надо создать. Да, то есть у нас наша Тора, наше учение, оно эффективное. В этом смысл. Это смысл, который Кузари придает Торе. Да.